Так, при проблемах зрения мы говорим о том, что идет лимфостаз в носогубной области. Поэтому рекомендуется лимфатический массаж. Вот мы сейчас спросим нашу даму, которая имеет эту проблему лимфостаза верхнего, и посмотрим на ее результат. Значит, что изменилось за время проведения лимфатического массажа? Сколько времени у нас уже занимаетесь вы лимфатическим массажем? Как услышала, что ваши, да, посты, ну, наверное, недели две. О, всего недели две. Да. За две недели мы получили где результат? Что освободилось? В глазах. Да. Задача-то была освободить лимфостаз глаз, да? Да. Какой из... Ушли головные боли. А, головные боли за две недели ушли? Да, да. Ну, правда, что ли? Нет, после этого говорят, там, наверное, вы кому-то заплатили, и они говорят, что головные боли ушли. Нет, пациентка говорит, я никому ничего не давал. Поэтому, на самом деле... Плюс утром я вставала всегда с головной болью, раз. Плюс я не могла, например, если я что-то пыталась прочитать, у меня все плыло перед глазами. А, то есть не было резкости зрения? Не было резкости.